саженцы винограда культурного бежевого и крупномеры популярны среди виноградарей, желающих получить сильнорослые кусты с крупными белыми ягодами, хорошо вызревающими в средней полосе. Грозди набирают вес до 800 грамм, коэффициент плодоносности – высокий, срок созревания – средний. Морозостойкость и устойчивость к мильдью и аидиуму – основные достоинства для тех, кто не желает много времени на уход. Но если укрытие на зиму не требуется, не стоит забывать о мульчировании, поливе, обрезке. Для улучшения характеристик растения можно использовать в качестве привоя. Виноград культурный Басхэвия Италиана с типом роста, сильнорослый. Виноград культурный Басхэвия имеет средне-поздний срок созревания. Виноград культурный Басхэвия созревает до 15% сахара за от 125 до 135 дней. Плоды имеют массу 3,2 грамм. Масса грозди достигает от 600 до 800 грамм. Форма у ягод овальная. Окраска ягод кремово-белые. Мякоть мясистая. Важно, что виноград культурный Басхэвия частично самоплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.